Эта лестница на улице Маяковского напоминает с одной стороны горку, а с другой стороны полосу препятствий. Каждый раз местные жители преодолевают ее с трудом. Лестница рядом с домом по адресу улица Маяковского, 47, находится в 10 минутах ходьбы от Лыбецкого бульвара. Он – одно из самых посещаемых мест Рязани. В прошлом году здесь прошел форум древних городов, куда съехалось множество представителей разных стран. Если гость захочет полюбоваться местными красотами, он увидит другую Рязань. Буквально в 200 метрах от этой лестницы – игровая площадка. Что уж говорить о пандусах, которые для детских колясок были бы как нельзя кстати, если здесь нет даже ступеней. Кругом граффити и мусор. По словам горожан, соседнюю лестницу закрыли еще 3 года назад, поэтому изо дня в день приходится ходить именно здесь. Все рушится, особенно, здесь, в принципе, говорить нечем, все видно. Вообще, по этой лестнице каждый день спускаемся, но невозможно, если честно, там не то, что уже ступенек не осталось, там просто земля. И соседка писала на сайт администрации, спрашивала, то есть, когда запланирован ремонт. То есть, сказали, в 2018 году. Уже год прошел, ничего не поменялось. А вот еще одна лестница рядом с цирком. Сломанные перила и перекошенные ступени. Спускаясь по такой лестнице, особенно в гололед, получить травму не составит особого труда. Другую лестницу, которая находится рядом с остановкой, все же отремонтировали. А до этой, видимо, просто руки не дошли. Это не лестница, как сказать, но головоломатель. Но лестница в центре города далеко не единственная проблема. На Первомайском проспекте множество старинных построек, у каждой из которых есть своя история. В пешей доступности от остановки дом художника находится и мемориальный музей-усадьба академика Павлова. Неподалеку от музея этот дом по адресу Первомайский проспект 26. Прохожим приходится любоваться грязным баннером, граффити и выбитыми стеклами. Но чтобы по-настоящему полюбоваться красотой архитектурного сооружения, достаточно пройти подаркой. Сергей живет в доме напротив. По его словам, дом расселили еще 15 лет назад. Потом где-то около года стояло в таком состоянии все. Значит, потом приехали, позабивали окна, и на это все закончилось. А дом стал вообще рушиться, потому что видишь, что творится. Там все, как говорится, поломали. Машины проезжают здесь с трудом, мусор вывозят крайне редко. Еще зимой висит глыба льда вот на этой вот крыше. Да. И тут люди постоянно проходят в надежде на то, что на них ничего не попадет. Да. И таких примеров в центре города достаточно. После этого стоит подумать, претендует ли Рязань на звание туристического города и новогодней столицы. Анна Малистова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».